Блокировка языком. Часть первая. Дэвид Барретт. Добро пожаловать на первый урок по блокировке языком, подготовленный для вас сайтом bluesgarmonica.com. Это урок, состоящий из нескольких частей, для тех, кто впервые взял в руки губную гармонику или не играл раньше блокировкой языком. Это очень важная техника для исполнения блюза. В этом разделе мы узнаем, как извлекать одиночную ноту с хорошим звуком через амбушюр, сформированный при помощи языка, использовать тремоло в 12-тактовом и 8-тактовом блюзе. Мы также познакомимся с такими приемами, как одновременное извлечение двух нот, шейк и перемещение языка, свитч, с использованием наших обучающих мелодий, которые помогут вам играть ритмично. Вместе с этим курсом, включающим блокировку языком, бенды с ее использованием, игру по хроматической гамме, третью позицию, первую позицию и так далее, я придумал обучающие мелодии. Это полноценные инструментальные композиции, предназначенные специально для освоения этой техники. Каждая из них есть PDF-файлы, поэтому убедитесь, что вы их скачали. А также пример песни «Walk with me», которую мы будем проходить на первом уроке. Я приготовил все необходимое для успешного освоения курса. MP3-файлы, где я играю композицию с группой в полном темпе. Также есть версия со скоростью 15 и 30% от оригинала. Начинайте с медленного темпа, учите части по порядку, переходите к более быстрому темпу и постепенно к оригиналу. Мы также записали фонограмму, чтобы вы могли завершить данный курс игрой под минус. Это приготовит вас к игре с музыкантами, пополнит ваш репертуар. Если вы хотите сыграть на местной вечеринке для друзей, возьмите с собой запись и сыграйте под нее. На нашем сайте вы сможете не только развить свои способности, но и получить удовольствие от процесса. Для этого курса нам потребуется гармошка в тональности ля.